97 населенных пунктов с населением более 120 тысяч человек не газифицированы в Жамбылской области. Об этом сообщил глава региона Нуржан Нуржигитов в режиме онлайн-связи во время парламентских слушаний в Сенате. Для решения этой проблемы потребуется реализация 4 проектов по подведению голубого топлива. Для этого надо дополнительно выделить 10 миллиардов тенге. Эти деньги нужны из-за удорожания стройматериалов. К слову, показатель газификации в регионе составляет порядка 89%. Также аким области остановился на производстве сельхозтоваров. В этом направлении надо дальше поддерживать развитие действующего проекта по повышению доходов населения. За последние 4 года в 24 сельских округах области было выделено чуть более 18 миллиардов тенге. В итоге свыше 4000 семей получили льготные кредиты под 2,5% для развития своего бизнеса.